Сегодня у Дмитрия Батищева большое событие в жизни. Он кандидат в волонтеры на чемпионат мира по футболу. И одним из первых пройдет собеседование. Волонтерский опыт у Дмитрия колоссальный. И он стремится еще больше расширить географию своих знакомств. Я уже участвовал в универсиаде в 2013 году в Казани. В тестовых соревнованиях в Сочи. В Олимпийских и Паралимпийских играх. Хочу, да, познакомиться еще с людьми, пообщаться. С иностранцами познакомиться, пообщаться. Собеседование для кандидатов-волонтеры сегодня стартует во всех 11 городах-организаторах чемпионата мира. Это третий и самый сложный этап отбора претендентов. Итоговый список из 1300 человек опубликуют в марте 2018 года. Чтобы в него попасть, именно на индивидуальном интервью нужно показать все свои плюсы. Здесь мы им задаем вопросы по 7 компетенциям, расспрашиваем об их волонтерском опыте, любом другом опыте, и позднее будем принимать решение об их найме в качестве волонтеров на чемпионат мира. Собеседование проводят члены волонтерского центра, которые прошли курс специальной подготовки в Москве. Для будущих рекрутеров выделили удобное время, чтобы не отрывать студентов от учебного процесса. Ребят готовили конкретно к общению с кандидатами, помогали выявить компетенции, такие как стрессоустойчивость, работа с общественностью, помогали выявить лидерские качества и так далее. Стать волонтером на чемпионате мира по футболу может любой желающий. Для этого до конца 2016 года нужно заполнить заявку на сайте ru.fifa.com в разделе «Волонтеры». Пройти онлайн-тестирование и в случае успеха вас пригласят на индивидуальное собеседование. Интервью с кандидатами будут проводиться до последнего претендента. Андрей Горгуленко, Артем Сулейманов. События.